Привет, с вами Рустам и Оксана. Сегодня очень вкусно приготовим грудку в тесте с ананасами и сыром. Для этого нам понадобится куриная грудка, ананасы. Ананасы у нас вот кусочками. Масло растительное, соль, перчик по вкусу. Тесто слоеное, готовое. Сыр и одно яйцо. Давайте готовить. Грудку разрезаем пополам, накрываем целлофановым пакетом и отбиваем. Сразу же посолить, поперчить по вкусу, убираем в сторону и со всеми остальными поступаем точно так же. Натираем на крупной терке грамм 100 сыра. Из банки с ананасами сливаем сироп. Кусочки крупные, нужно немножечко их размельчить. Посыпаем сыром. Сверху ананасы. Скручиваем в рулетик. Фиксируем зубочистками. В разогретую сковородку наливаем масло растительное, разогреваем, выкладываем рулетики и обжариваем. Пожарили, на этом этапе можно удалить зубочистки. Особо нетерпеливые, чтобы не заморачиваться с тестом, могут поставить в духовку минут на 20 при 180 градусах и можно кушать. Те, кто хочет с тестом сделать до конца, смотрим дальше. Присыпаем стол мукой. Раскатываем пласт теста в длину. Вот такой вот штукой делаем надрезики на тесте. У кого нет такой штуки, делаем ножом. Получаются вот такие вот прерывистые надрезы. Раздвигаем и получаем вот такую сеточку. По ширине рулета отрезаем тесто. Заворачиваем, как раз чтобы хватило на один раз. Разбиваем яйцо. И смазываем рулетики. Убираем в духовку на 20-25 минут до красивого золотистого цвета. Вот они, готовые вкусняхи. Мясо получается очень сочным и вкусным. Приятного аппетита и до следующих рецептов.